Как-нибудь... Всем привет, с вами Voice, и сегодня мы поиграем в игру под названием Vistara Cleanup Detail Santa's Rampage. И перед тем, как мы начнем, я вам хотел сказать, если вам вдруг меньше 4 лет, если вы до сих пор верите в доброго Санту, если вы ждете Рождества с нетерпением, если вы не любите кровь, и если вы вдруг пьете огуречный рассол, что? Эта игра не для вас. Выключайте! Выключайте быстро! Но на самом деле эта игра очень кровавая. Если вы слабенький, весите меньше 20 килограмм, вас может стошнить, допустим, наверное. Вы разочаруетесь в Санта-Клаусе и не смейте только повторять то, что вы увидите здесь у себя дома. Вы не можете это повторить, потому что у вас дома нет эльфов. Логика? Логика. Нам 29, 29, 0, 3, буква G, я не знаю, 2G лет. И сегодня мы, получается, будем убирать. Неужели с вами это все Санта надел? Что такое? Что из тебя торчит? Эльф в тесте? Или сосиска в эльфе? Я не знаю, боже мой! Я не ел такого блюда! А-а-а, вот эта туса здесь была на самом деле. Я офигею. Если туса у вас прошла не так, значит туса не удалась. Боже мой, ребят, как это с вами произошло? Я не... А, вы читали дарвинизм? Теперь я вас понимаю. Так вы же еще и изучали экономику, ребят. Да вы вообще отморозки. Я не верю, что ты умер. Я не верю. Я не верю. Очнись, очнись. Я его размазал по стене. Аркаша, Аркаша, ответь. Отвечай, отвечай. Я знаю, что ты не умер. Проснись, ну проснись, пожалуйста. Ну мне трудно здесь одному. Surprise, motherfucker. Смотри на меня. Ну посмотри, ну куда ты смотришь, о боже, его колбасит. Может, ему просто холодно. Огонь, погрейся. Он горит, боже, боже. Туши его, туши. Ты плакал? Почему ты плакал? Эта мразь тебя испугала. Я бы тоже плакал, посмотря на это нечто. Мне не нравится эта игрушка. Fuck you! Здесь есть виски и киски. Леденцы и риски. Ух ты, как это все здорово. А, это патроны. Коктейли Молотова? У Санты есть коктейли Молотова. Я нечаянно, честно. Смотрите, у него рог между ног. Как-то не так прозвучало. Что за подарок? Мне никогда таких подарков больших не дарили. Никому не подарят, никому не подарят. Я не хочу. Залезай, залезай, эта паскудная мразь. Медленно, медленно пройду. Как-нибудь... Здесь должны находиться олени. Олени! Рудольф! Это ты? Ну, по крайней мере, немножко Рудольфа. Боже, а эта нога! Какая она... Какая она аппетитная. Извини меня, Рудольф. Я просто очень голоден, Рудольф. Что-то вы какие-то, ребят, не новогодние, без настроения новогоднего. Вот тебе шапочку наденем сейчас на тебя. Вот. Ты что, наркоман? У меня же есть шапка. Давай. Да налезай, ты тупой мэль! Залезь в шапку! Он пытался отстреливаться. Какой смелый маленький эльф. Ты у меня будешь особенным, ты понимаешь? Я тебя даже на почетное место посажу. На елку, например. Нет? Ну ладно. Давай. Только не взорвись, пожалуйста. Боже, Санта был не в духе. Вот это заноза. Дорогой Санта-Клаус, счастливого Рождества! Смотрите, какой Санта был вежливый. Он даже ведерко его собрал. Ну или то, что от него осталось. Так, давай аккуратно! Аккуратно, я говорю! Не смотри на меня так, что я сделаю? А-а-а! Лезьте в это гребаное ведро! Че, у тебя сопли потекли, что ли? Не люблю сопливых эльфов. Да они выпрыгивают, эти скотины! Черт возьми, как вас нести вообще? Откуда эти коробки появляются? Не понимаю. Surprise, motherfucker! Что это такое? Это нос Рудольфа!
А рога? Неохота сжигать, на черном рынке, я думаю, за них сотку дадут, поэтому я оставлю их. Олени тоже, что ли, виски пили тут? Я перевернул тебя! Саквояж с добром. Смотрите, ребят, я вам тут конфетки нашел. Там сразу пачка, чтобы на всех хватило. Все, готовы отправляться в приключения? Мы готовы! Ну, давайте кричите! Fuck you! Какой же тяжелый, ни хрена себе! Пройти не могу, стулья гребаные! Понятно с вами все, понятно, не друзья вы мне, да? Я вас вот так вот запихивал, заупаковывал, а вы даже не можете посидеть ровно. Кто там в ведре? Все внутрь, ребят, мне пофиг, что вы там. Нормально все? Все, и главное... О, май гад. Теперь мне 45 лет. Нормально. Видите, как я постарел? Еще бы, работая здесь, не постареть. Это все ваши леденцы. Ну что ж, вроде бы все гости в сборе. А, нет, как же мы тебя забыли, мой дорогой. Спускайся к нам. Как-то это все не новогоднее выглядит. Вот, вот, другое дело. Другое дело. Ну что ж, вы готовы, ребят? До Рождества осталось совсем чуть-чуть. Вы готовы, дети? С Рождеством! Надеюсь, то, что в новом году у вас все будет хорошо, все будет прекрасно, и кто-нибудь наконец починит эту дыру в стене. Что ты делаешь, проказник? Ты что? Почему его рука у тебя между ног? Что? Боже, эльфы! Воды, воды, мне нужно больше воды. Мне нужна вода, что это за ерунда? Это даже не эльф, это... Эльф-переросток. Оно не убирается! О, я не могу так больше! Нет! Нет, все, все, с меня хватит! Нет, все, нахрен, нахрен! Пусть Санта сам убирает! Сам натворил, пусть сам убирает! Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья, вот такое вот видео. И, если честно, я это видео хотел выпустить до Нового года, но, к сожалению, по некоторым техническим неполадкам я этого сделать не смог. И все-таки я бы вас хотел поздравить уже с наступившим 2015 годом, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви и удачи. А главное, чтобы именно вы исполнили все ваши мечты, потому что если не вы, то кто другой? Я уверен, что в новом году у вас все получится. Чтобы в новом году все, что вы запланируете, у вас сбылось. Спасибо огромное за вашу поддержку, за ваше понимание. Спасибо фанатам, спасибо хейтерам. Да-да, вам тоже спасибо, вы ведь тоже смотрите это видео. Хотя я вас все равно ненавижу, но все-таки. Хотелось бы отдельно поблагодарить Рому и Беллу. Тоже очень... Хорошие ребята. Я очень рад, что в прошлом году мне посчастливилось встретиться с этими ребятами. Спасибо вам за все, я это очень ценю. Спасибо всем близким, которые меня поддерживали. В прошлом году было много косяков по поводу канала, но этот год встретим с новыми идеями, со свежими силами, со свежими мыслями. И все у нас пройдет так, как надо. Еще раз благодарю вас за всю вашу поддержку. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока!